что у нас уже 21 век, а никто еще не привык к 20-му. Да, нет, к 20-му точно. Браво. Абсолютно точно. Смотри, а что у вас здесь? Беда в том, что у меня трое детей и все трое скрипачи. Все скрипачи. Нет, это, конечно, полностью ошибка моя была. Что нельзя. А виолончель почему не выбрала? Ну, вы знаете, а вот походите с ней. Мне сейчас поздно уже. Ну вот почему не... Нет, я не сейчас говорю. Как странно, никто не выбрал. Там легко. Во-первых... А мама не захотела. Нет, виолончель — это враг только может... Еще один вопрос. Сегодня день семейства. Это первый день. А нам говорили другое. Как сегодня разве? Для вас семья. Что? Вот я задаю как журналист вопрос. Для меня семья. Семья — три собаки. Да. Собаки? Да. Три. Три. В Москве. Дома? Ну, что, у меня три, а у Лисо шесть. Да. Шесть. Корейского буквы. Причем у нее всегда были, а у меня первые, впервые вот эти собаки. Вы знаете, он ужасно любил смеяться. Правда? Он такой был остроумный. Он хохотал, как ребенок, когда его смешили. Вот как ни странно, такое ощущение, что... Я его уже больной. Замечательно относился к людям, ко всем. Замечательно. Причем абсолютно искренне. Открытый человек открытый. Он был такой? Да. Или... Да, когда общался, абсолютно открыт. Он нервничает, когда его исполнил? Ну, наверное, но он не очень похож. Не, он очень сдержан. Вы знали, что он писал об этом? Для вас? Нет, это было так, что у него случился инсульт, вы помните, да?
И когда мы по телефону только узнавали, у нас болел наш младший сын тогда. И мы были просто в ужасе, что на грани все было. И когда он пошел на поправку и в реабилитационное какое-то заведение попал, он там начал, очевидно, украдкой писать. Но я его увидела. Это было после инсульта. Последнее до инсульта сочинение, это был альтовый концерт. Первое после инсульта это был виолончельный. Эти два сочинения очень, очень значительны в его жизни. В конце октября он уже пришел на какой-то концерт в Большой зал. Ну, мы разговаривали по телефону, но я его долго не видел. Он мне вдруг на лестнице, я помню даже лестницу, в каком месте, в Большом зале консерватории, он меня спрашивает: ты знаешь, я так стеснительно, стесняешься. Он сказал: ты знаешь, мне Мюнхенская филармония заказала сочинение, любое, какое я хочу. Я бы хотела написать для тебя. Ты не будешь против? Я сказала: нет, против. Не буду против. Не буду. Ты понимаешь, он говорит, мне врачи запрещают писать. Они не понимают, что если я не буду писать, мне незачем жить. Он Оркестру люцернскому больше 10 лет, 13 лет. Ну, это просто я с самого основания там была в оркестре. Я пропустила 3. Изо всех концертов? Изо всех, да. Последние 2 года и 1 год еще. А не было трудно для вас сесть в оркестр? О, это очень трудно. Я увидела, что это дико трудно играть в оркестр. Какой он был? Диктатор или нет, мягко стелишь, да. Но попробуй попади ему в каком-нибудь в контексте того, что он не согласен и уже говорил об этом, и почему этого не сделали. Тогда все. Все, тогда все ходуном ходит, все боятся. Но больше всего демократичный. Очень демократичный. Со всеми на «ты», его Клаудио все зовут. Звали, извините. Да, первое сочинение было, это вторая Малера. Пожалуй, даже лучше, чем такое там братство было тогда, первое. Было, да? Потому что это не оркестр, все приехали по желанию, по собственному желанию. Просто хотят Сабада поиграть. И, а у меня еще такая эгоистическая цель, я очень мало слушала музыки. Музыку Брукнера и Малера, а это было как раз темой Брукнер-Малер всегда. Там еще что-то. Вообще идея откуда пошла? Однажды, сейчас я скажу, однажды, вот после его операции той, в 2000 году, я была в Швейцарии, и недалеко от меня там где-то он был на реабилитации. Я попросила разрешения его навестить. Поехала. Значит, какой-то отель, как квартира. Ну, все обставлено вот такими маленькими. Горы CD, эти самые
плееры. То есть он весь был, он реабилитировался вот таким. Музыкой. Он слушал все время, да. И работал над партитурой. Там, вот. Перерыва не было у него. И он мне сказал, что знаешь, я подумал, что я ухожу из Берлинской филармонии. Это, может быть, одна из первых я узнала. А мне надоели там интриги, мне надоелось. Мне хочется только музыку. Вот хочу собрать такой оркестр, чтобы люди по желанию приезжали, помузицировать. Я говорю, ну как это невозможно, трудно. Ну вот хочу. Ну я первую тогда записываюсь, я говорю. А, вот так и пошло. Да. И через 2 года мне позвонили. Вы высказали когда-то, Клавдию. Через 2 года? Да. Организовался этот оркестр. Надо было найти средства, надо было понять, где будет база. Ну, 2 года ему понадобилось, чтобы... Да, чтобы вот... Это не так много. Оркестр мечты создать. Да. И с этим оркестром он жил уже последние уже, да. Да, после первого концерта он просто в каком-то потрясенном был состоянии. И весь оркестр ему кричал, он пришел на репетицию, он весь оркестр кричал «спич, спич!» И там его хлопали. Чтобы он сказал что-нибудь. И он сказал, ну, вы знаете, я не умею говорить, он действительно не говорун. Но вы мне продлили жизнь, я так сказал, и все, и все. Ты уже этого сказать нельзя. Да. А сейчас вот масса концертов его памяти. Один из концертов был Люцернский оркестр без дирижера. Без? Да. Что они? И играли они неоконченную. Последний раз они играли вот в этом году, в августе, с Клаудио, неоконченная Шуберта. И они так играли, вот я хочу эту запись. Но говорят, что просто все рыдали, действительно. И без Клаудио. Но все вот для меня, что мой. Младший сын говорит, что такое ощущение точно, что он просто... Он там стоял. Забыл. Кому улыбаться? Не знаю пока. Волосы.